Всем привет, с вами Стив Про, и сегодня я покажу вам классные шейдеры для Майнкрафта Pocket Edition. После установки этих шейдеров ваш Майнкрафт изменится до неузнаваемости, друзья. Это очень классные шейдеры, которые мне сразу понравились. Во-первых, здесь очень классные плавные облака. Во-вторых, здесь очень классные прорисованные тени, которые сменяются в зависимости от вашего времени, друзья. Ух ты, что я вижу сейчас на своем экране. Это очень плохо. Плохо. Как видите, сейчас у меня сменяется день и ночь. Точнее, у меня меняется яркость. Это очень классно. Так, друзья, подождите, пожалуйста, минуточку. Ну, я сразу расскажу один минус, что в этих шейдерах, к сожалению, не шевелится ни трава, ни листва. Вот это большой минус вот этих шейдеров. Но здесь очень классное освещение. Ну, по идее, такое ощущение в стандартных шейдерах можно встретить везде. Но здесь очень классно сделана водичка. Она такая более прозрачная и более яркая, друзья. Да, такую водичку грех. Ух ты, что вы сейчас видели? Вы сейчас видели, что плавно сменяется погодка. То есть она становится темной и становится яркой, друзья. Это очень классно. Ну и шейдеры, конечно, плохо оптимизированы, потому что они даже лагают на моем телефоне. Ну, конечно, я не скажу, что мой телефон мощный, но все же сейчас у меня, наверное, 25-27 еле-еле кадров в секунду, друзья. Это очень плохо. Ну, вот так у нас выглядит лава. Как видите, плавно наши тени исчезают. Это можно увидеть всего лишь в некоторых шейдерах. Потому что это очень классная фишка, которая жрет, по идее, весь ваш FPS. Ну, я сейчас не вижу солнца, но шейдеры очень классные. Ну что ж, на этом все. Ставьте лайки и подписывайтесь на канал.